О май гад, наисрачнейшие новости. Три команды фермеров захватывают территории на северном участке Северной Америки в северной части Северного штата. Команда Стечкина занялась вплотную травой и скоро будет снабжать и каждого второго жителя местного городочка. Законно ли это? Сколько им светит? Прибыли? Узнаем совсем скоро. Игроник и Сега все еще находятся в поисках чудесных яичек, которые должны преподнести им курочки. Курочек у них уже много, и, конечно же, не обошлось без петушков. Как Игроник украл мои химикаты и что он будет с ними делать, скоро узнаем. Ну и этот, как там его, Римпак продолжает уделять все свое свободное время овечкам. Займется ли он полем, сдерет ли с них шкуры, а то есть шерсть. Все это и даже больше в сегодняшнем видосе. Приятного просмотра! Так, как поживают мои овечки? Вот эти две точно хотят сбежать. Эй, что вы тут задумали? Ты что, хрумкаешь, что ли, что-то? Представляете, она что-то жрет. В общем, господа, смотрите, что я буду делать. Во-первых, я куплю еще две овечки, потому что я великий математик, купил 8, а хотел 10. Поэтому берем еще две белые. Уходим, так сказать, в минус на 3200, 200 за их перемещение. И вот, чем смотрите, чем мы будем сегодня заниматься. Как вы понимаете, на моем поле растет овес. Но я так полагаю, что этот чертов овес стоит очень мало. Какая у него иконка? Овес. Вот такая вот интересная, типа, елочка с гирляндами. Ну окей. Значит, ценники. Овес стоит вообще ни о чем. Но, по всей видимости, его будет много, если его собрать. Тут же, типа, как баланс, вся фигня. Но мне не очень это нравится. Я бы, наверное, канолой заморочился. Либо бы бабусечками. Бабусечки мне нравятся. Чертовски прям. Достаточно быстро растут, достаточно дорого стоят. Просто смотрите, какие у меня владения. Они же просто чудовищны. Если забраться на крышу, то вы понимаете, да? Это как минимум, ну сколько тут? Ну, в три раза больше, чем то место, где я начинал. Поэтому, наверное, есть смысл заморочиться по технике и немножечко здесь что-нибудь поделать. Но понятное дело, что нам нужна сеялка, нам нужен комбайн на будущее. В общем, нам дохрена что нужно. Поэтому давайте первым делом я куплю себе плуг. Или нет, подождите, может мне сначала вот этот трактор немножечко проапгрейдить, чтобы плуг взять нормальный. Смотрите, короче, какая ситуация. Есть два варианта, собственно, плуга. Вот такой, который у меня был, и вот такой. Нет, у меня, по-моему, был такой. Нет, или такой. В общем, короче, какой-то из них у меня был. Но в любом случае, у этого 2,5 метра, у этого 2 метра. 2 метра — это чертовски мало, и да, у меня был такой. Следовательно, чтобы использовать вот такой плуг, нам надо хотя бы трактор до 150 лошадей прокачать. Следовательно, мы сейчас берем вот этот трактор, отрубаем ему прицепчик и мчимся прямо на границу. Я, по-моему, не прицеп снял. Да, это я могу. Вот он, прицеп. Стой и жди меня здесь, а мы отправляемся в магазин. Итак, план такой. Сейчас мы посмотрим, сколько у меня возьмут денег за апгрейд моего трактора на новое двигло. И будет ли это как-то меньше стоить, учитывая, что он у меня, собственно, в аренде. Это не мой трактор, да, если вы не забыли. Так что давайте-ка посмотрим. Итак, мой трактор. Да, я не могу его настроить, починить. Я могу его только вернуть. Но если я его верну, мне придется брать в аренду еще его. Блин, твою мать, раз... И я заплачу, опять же, первоначальный взнос. Это очень плохо, как по мне. Так что пойдемте-ка посмотрим, могу ли я взять еще один трактор себе, так сказать, в аренду. Допустим, вот этот Кейс 2, который 7200 Pro Series, обойдется мне, если я возьму его... Да, о, нифига, смотрите, вы просто гляньте, 214 лошадей. Вот это я понимаю мощность. Ну ладно, мне, в принципе, и такой сойдет. 7800 я заплачу разово за него, но... Думая о том, сколько можно с этого поля иметь, так сказать, в сутки, я, наверное, беру.
Да, я его беру. Это твою мать точно. А можно его перекрасить? Нельзя. Ну и хрен с ним, тогда все равно возьмем. Отлично, добро пожаловать в семью, трактор. Теперь мы берем тебе классный плуг, вот такой 2,5-метровый. А слушай, этот что, 360-240? Да, я понял. Я понял, его с трудом хватит на вот этот. Так что берем. Берем этот плуг в аренду. Универсальные отвалы? Что? О, смотрите, как интересно. А что это меняет, кроме его внешнего вида и моего маленького бюджета? Его показатели абсолютно никак не меняются, только увеличивается время и время, говорю, деньги за его аренду. Поэтому я, наверное, буду универсально использовать. Да, нахрена мне с ума сходить? Берем эту штуку. Также нам потребуется, само собой, противовес. Противовесики у нас были где-то здесь. Я не зря подогнал трактор, мы на нем сеялку везем. Это будет клево. Такс. Противовесы. 650. Вообще, мне нравятся вот такие противовесы, но это тоже неплохо смотрится. Но тот трактор у нас квадратный, поэтому ему вот такой интересный купим. Покрасим его в красный цвет и возьмем его в аренду, потому что трактор в аренде, пусть все будет в аренде, чтобы потом ничего не напутать. Моему трактору противовес, я думаю, не нужен, потому что он будет тягать сеялку. Кстати говоря, о сеялке, где она у нас тут была? Вот она. И они, значит, сколько у тебя? 3 метра. У тебя 180 лошадей, тоже 3 метра. А в чем разница? Только в наполнении? Да, это проблема. У тебя 100 лошадей и 3,6 метра. Смотрите, вот это мне тоже нравится. Но она без культиватора. Ого. Это 4 метра, окей. Ну, короче, по всей видимости, мы берем вот эту, потому что она и 3 метра, собственно, и 110 лошадей. И бабусечки мои имеют возможность сажать. Поэтому да, арендовать. Вот так вот я нехило закупился, и у меня осталось 32 тысячи долларов. Но я очень надеюсь, что шерсть поможет мне избавиться от такого грустного, ну скажем так, финансового положения. Давайте попробуем все это дело забрать. Вот оно, мое барахло. Ну, понятное дело, что зеленая штука моя заберет, вероятнее всего... сейлку, да, потому что он самый быстрый, и там достаточно прямая дорога, проблем быть не должно. Тем более, он уже катал ее, я точно знаю, что у него получится. Также нам, наверное, надо бы сразу семян купить. Да, что это я без семян-то совсем? Совсем обалдел. Берем не здесь, вот здесь берем семена. Вот они такие вот интересные. 1000 литров семян имеется. Теперь давайте сразу же ее заполним. О, он даже обороты приподнял на двигателе. Все, сеялка заполнена, можно уезжать. Ну что, погнали в долгий путь на другой конец карты. Сейчас я планирую нанять рабочего, который будет у меня плугом ходить по полю. А в это время мы, скорее всего, с вами займемся, ну, какой-то арендной работой, как это сделали вчера Игроник с Сегой. Да, это будет весело. Я думаю, что хоть какое-то разнообразие в момент ожидания моей... пряжи произойдет. Так, можно налево свернуть, в принципе, срежем. Ребята тут как раз работают. Вон они там вовсю копают. Собирают. Пикап Игроник свой оставил. Жалко, нельзя угнать. Ой, я это что, вслух сказал? Простите. Че, хоть они там... Ну, смотрите, они уже больше половины поля убрали. Нехилый такой заказик-то они взяли. Серьезные парни, я вам скажу. Стечкин, кстати говоря, с Колей продолжают заниматься травушкой-муравушкой. Я думаю, что скоро мне даже немножечко перепадет от них. Потому что они вроде бы как уже почти все убрали. Надо будет съездить, спросить, как у них идут дела и что они планируют делать. У них ведь тоже, так сказать, поле-то немалое. Аккуратненько съезжаем через железнодорожные пути. К сожалению... мне тут переезд никто не сделал, а объезжать это все за 3-9 земель никакого желания нет. Так что переедем так. Я так 1000 раз сделал, так что ничего мы не сломаем. Ну, овечки продолжают извлекать из себя странные звуки. Лучше бы вы, ребята, поделились со мной вашей шерстью. Она мне, знаете ли, очень нужна. Сеялку я пока оставлю здесь. Она мне пока не потребуется. Мне потребуется плуг. Да, и надо будет в будущем обязательно подровнять это поле. Потому что, как вы понимаете, вот эти вот острые углы, которые получились из-за того, что я разместил здесь бочку и, собственно, ферму овечек, с ними никак не поборешься, потому что мой трактор, который будет на эмит, он здесь не сможет работать. Следовательно, хорошим тоном будет резануть все вот примерно вот по такой линии, можно как раз считать вот этот угол маркером, и тогда мой рабочий будет чувствовать себя прекрасно, можно даже вот отсюда начинать резать. Да, я, конечно, теряю достаточно большую... площадь поля, но ничего страшного, ничего с этим поделать
не получится. С другой стороны, вот здесь ничего резать можно и не резать, кстати, вот здесь. И плуг спокойно пойдет вот так. Да, это будет нормально. В общем, давайте. Давайте вот это все увозить. Кто-то купил еще один трактор. Ага, это Стечкин. Поболтаем с ним? Стеч, а что это ты тут делаешь на новом тракторе? А вот взаимный вопрос. Что это ты тут мутишь, а? А, ты решил заняться... Я понял, чем ты решил заняться. А я вот, видишь, тут немножечко плуга прикупил с противовесом. Я вот думаю, ты решил убрать свое поле, которое у тебя уже было с культурой. Да, там просто растет сено или какая-то, в общем, дрянь, дребедень. Она мне не нужна. Я хочу, чтобы у меня росла бабусечки, а? Бабусечки. Понимаешь, о чем я? Ты решил прям... Короче, стричь бабло, да? Бабочки. Нет, стричь бабло решил ты, продавая траву нахрен в нашем регионе. А я буду стричь мою и бабы, да? Бабы. Тебе не нужны бабы? Ты решил сначала, ну, не заморачиваться с изначальной культурой, ты решил сразу культуру всю от этого. Ну, у меня там растет какая-то дичь, я не хочу ее выращивать, она мне не интересна. Так ты бы, ну, собрал бы ее... Так она еще растет. Я ее лучше сразу в землю закатаю. Ну, такое себе. Ты же понимаешь, что это сейчас больше еще растрат будет, да? А я уже все потратил, мне пофиг. Я тебе понял. Ну, ничего, у тебя плуг такой прям, да? Хороший плуг, да? Серьезный, серьезный, да. Все, ты меня запутал, я ухожу. Ну и до свидули. Не забудь привезти мои тюки. Да-да-да. Сколько берешь? Ну, возьму 10 штук сразу. Отлично, на этом и договорились. Ага. Так, ладненько, цепляем мое барахло. Что-то он там задумал. Нехилый такой трактор они купили. Интересно, купили или в аренду взяли? Ну ладно, погнали, у нас свои дела. Хорошо идет, я вам скажу. Чувствуется мощь. О, интересный монитор у него. Интересно, он... Это тач-экран или нет? Можно ли тут смотреть фильмы? Если бы я был фермером в реале, я бы точно такой трактор купил и на видосиках ездил бы, так сказать, впахал поле, а у меня бы здесь какой-нибудь фильмец классный проигрывался или ролик с Ютуба. По-моему, неплохая тема. Что еще у тебя есть? О, газовая плита. У меня такие были вращалки и на телеке тоже были. Я, кажется, забыл свернуть налево, но ничего, это не беда. Проедем мимо игроников. Пока жмарим их немножечко. А то я смотрю, у них все хорошо идет. А чьи-то они тут собирают, кстати? Вот это мне чертовски интересно. Сега фермер. Смотрите на мой классный плуг, друзья. Ну вот мы и приехали. По доброй традиции переваливаемся через железную дорогу, и мы дома. Можно будет уже сейчас говорить этому парню, чтобы он работал на моем поле. Да. Только по идее надо бы ему сказать, чтобы он работал с этой стороны. И по-моему у меня кривое поле. Вот это будет ржачно. Это точно будет ржачно. Ну допустим. Допустим, ты будешь работать здесь. Да, оно кривое. Черт. Стоять. Пока не надо ничего делать. Давай-ка с этого угла начнем. Ну, бывает. Да, здесь все поля немножечко кривые. И это нормально. В любом случае, лучшего места не было. Это уже 100%. А 21-е поле, которое мне предлагали, оно не подходит. По многочисленным причинам. Давай, дружище. Не хочет он работать почему-то. Ну-ка, поработай, будь добр. Плуг у нас в какую сторону? В ту, значит, вот так надо вставать. Вот, молодец. Ты же не прямо поедешь, да? Ага, я понял, как он будет работать. Ну, пускай работает. В общем, ребята, у нас пошла вспашка. И это прекрасно. Давайте посмотрим, как идут дела у моих овечек. Теперь их 10 штук. У вас все хорошо с едой? Сейчас мы посмотрим, все ли у них хорошо с едой. Итак, мои овечки. Производительность 100%. Жалко, что не 200. 96 часов осталось. Господи ты, мать его боже. Зато, смотрите-ка, они собираются спариться и родить мне маленьких ягнят. Да.
Это будет весело. Вода есть, трава есть. Ну, с водой вообще никаких проблем 100% не будет. Вот травы, конечно, да, придется покупать. Но мы вроде бы уже заключили сделку. Господин Стечкин даст мне эту траву вместе с Колей. Вон, у них уже тюки пошли. Нифига себе, как клево. Надо заценить. Да, надо заценить. И хотелось бы знать, что там игроник занимается. Но, как я и хотел, давайте-ка возьмем контракт. Посмотрим, что у нас тут есть. 1000 баксов, удобрение. Да, у меня ни черта из этого нет, к сожалению. Но он предлагает взять в аренду, и тогда я теряю 300 баксов, и он мне, короче, 700 заплатит. Но, честно говоря, такое себе удовольствие. Ну, давайте возьмем, почему нет. Во, теперь все работает. Кстати, помните, у меня не работали арендованные предметы? Теперь все работает. Поле 14. Не вопрос вообще. Сейчас все сделаем. И это, конечно, не супер очень, так сказать, большие деньги. Но хоть какие-то, да? 14 поле. Сейчас посмотрим, где оно. Мне даже интересно. Удобрение. А он не сказал, кстати, чем поливать. Сейчас почитаем. Еще надо наполнить эту штуковину же. Давайте глянем. Итак, удобрение. Удобрите любым удобрением, жидким, твердым компостом или навозом. Прогресс 0. О, блин, жалко, если бы у меня были коровки, действительно, у меня был бы навозик, и все было бы прекрасно. Ну, ладно, один, почти 1 гектар у него поля, надо купить немножечко удобрений. Жалко, их нельзя дозировать, да? Типа взять немножечко, чуть-чуть. Не брать всю цистерну, блин, потому что, ну куда мне столько? Но в любом случае она мне потребуется, поэтому я ее беру. Я ее беру, это стопудово. И знаете чё? Знаете чё? Она 2 тонны, да? 2000 литров. А поле у нас 14-е. Вот оно. О, так это ж мое поле, господи боже. Это же прям ностальгия. Готовы испытать ностальгию вместе со мной? Уверен, что да. Так, ну, здесь надо буквально чуть-чуть удобрений. Вот поверьте мне на слово. Сейчас мы, короче, как-нибудь это сделаем поудобнее. Так, наполнить. Прекратить. Посмотрим, 300 хватит. Если хватит, было бы шикарно. Потому что остальное я хочу забрать к себе. Правда, придется опять на тракторе сюда нестись. Но это не проблема. Мы это сделаем быстро. Да, контракты занимательная штука. Потому что пока ты ждешь там твою шерсть. Или пока у тебя поле обрабатывает сотрудник. У меня, кстати, да, про напарник это я, пока он не может подойти. Но это все нормально. Потому что, в принципе, ему и делать-то особо ничего не надо. Кроме вспашки, если бы он сейчас был здесь. Так, 86% произведена доставка на поле 12. А, как интересно. Это интересно, да. Только каким хреном я имею отношение к полю 12? Ну ладно, пофигу. Идем на наше. Сейчас мы его быстренько удобрим. Я уверен, 300 хватит. Вот оно, мое родимое. Вот здесь началась моя фермерская карьера. Главное, чтобы здесь она не закончилась. Так, раскладываемся. Ну что, пришло время немножечко подзаработать. 700 баксов, конечно, ну, такое себе. Ну, хоть что-то, да, поехали. Так, отлично, один раз прошли. Ну, контракт завершен, вы представляете? Но я люблю доводить все до конца. Остался только вот один здесь кусочек, сейчас мы его быстренько зальем. Я идеально рассчитал емкость и требуемое удобрение. Смотрите, осталось буквально просто копейки. Все? Обалденно. Остатки. Я понимаю, что остатков прям очень мало, но я хотел бы их, так сказать, сохранить. Поэтому сейчас мы все это дело выгрузим обратно. Да, это будет правильно. О, Коля что-то мутит. Видимо, Стечкин отправил его с каким-то поручением. О, вот так, да? Я придумал, как совместить все, что было в нем. Пришлось разделить это на два. Ну ладно, да, идея не сработала. Окей, паркуем все это дело сюда куда-то. И, наверное, мне его заберут, да? Я, по крайней мере, очень на это надеюсь, потому что если он здесь так и будет стоять, это очень странно. Да, это было бы очень странно. Хорошо, возвращаемся к нашим баранам, а точнее к овечкам. Хотя где-то среди них скрывается баранчик, я вам точно говорю. Давайте проверим, как идет работа по вспашке. Сколько уже мой парень закончил. Дружище, как у тебя дела? Вроде бы пока ездит, но когда он приблизится к моей овечьей ферме, я думаю, что у него дела пойдут уже не очень хорошо. Ну, неплохо вроде бы. Работает парень, молодец. Не будем ему мешать. Давайте глянем, есть ли заманчивые контракты. Итак, заманчивые контракты, их нет. Да, тут все мелочевка, это мы брать, конечно же, не будем.
Сейлку пока подключать я также смысла особого не вижу. Он, конечно, тоже трехметровый, но пока он хотя бы вот до сюда не добрался, сеять особо и смысла не имеет, мне кажется. Я думаю, можно съездить пока к Игронику в гости, да? Все равно пока заняться нечем, так что давайте сгоняем. О, они только что, кажется, завершили контракт. Контракт на поле 12 был успешно завершен. Я так полагаю, что это как раз-таки Никита с Сегой это сделали. Интересно, вернулась ли у них техника на базу. Так, вон там кто-то едет. О, кто товарищ Игроник. А я тут к вам в гости решил заскочить, пока у меня работа кипит. У тебя работа кипит? Да, расскажи-ка мне. Вы технику вернули с контракта или как? Техника не твоя? Это моя техника, мы купили, потому что мы не стали брать технику с контракта. А, я взял, и она пока никуда не вернулась. Вот такая незадача. А, слушай, знаешь что? Угу. Тебе ячмень не нужен? Ячмень? Угу. Нахрен мне ваш ячмень? Мы тут поле собирали, короче, выполнили, значит, контрактик, и нам оставили ячмень. А, типа как оплата ячменем? Да, в подарок. Неплохо. Дали 6000 и ячменя. А у Стечкина, Стечкина трава не ест ячмень. Да, я у него уже заказал себе 10 штук, 10 тюков или тюков. Ты знаешь, куда правильно ударение ставится? Тюков. Да? Мне так кажется. А пусть в комментариях поправят. Да, они постоянно поправляют, а я все время забываю. Это, ну и поскольку вы договорились? Ну, по 550. А на рынке? На рынке 650. Ну, сотку он скинул. Сотку скинул. Жадюга, мог бы и 150 скинуть. Я вообще предлагал, да, 200 почти. Но он не пошел на мои уговоры. Ну, ты что-то совсем захотел. А мы сейчас едем на ферму, надо курочек да закупить. Да и ячмень, я не знаю, наверное, продать. Мы же можем продать ячмень? Конечно, можете, где угодно. Это тот же прицеп, который у вас был? У нас два прицепа. Ну, нифига себе, я смотрю, кто-то хорошо жить стал, да? Или вы в кредит влезли? Я вот что-то не пойму, а завершено, я что-то помню, денег не дают, или их дали, я не заметил. Их уже дали, ты просто не заметил. Надо что, это у меня было 80 тысяч, и осталось 80 тысяч. Да? Это очень странно. Угу. Сега, ну-ка расскажи, ты эксперт? Ну, думаю, задерживаться зарплата может быть, но странно очень. Ну что, мне за Хускварной, что ли, идти? Ну, походу, есть предположение, то, что у нас вычли за аренду. Так сутки же еще не прошли. А почасовая аренда? А может, они платят в момент вычитания? Не, ну а что, раз в день, типа, приходит. Может, у них банки работают долго. Ну и ладно, у нас ячмень есть. Как вариант, может быть. Я просто тоже особо не заметил, но вроде у меня было 28 косарей, а стало 29. То есть я свои 800 заработал, я взял контракт на 800 баксов всего. А, это ты был на 14-м поле? Да, поностальгировал, так сказать. Ну, а мы поехали к курочкам. Не, вообще можно еще ячмень продать. Где продается ячмень? В любом бункере. Ну да, посмотри, где дороже берут. А как это посмотреть? А через Escape вторая вкладка. Ладно, успехов. Я доеду до магазинчика, проверю, сдалась ли техника моя. Ну давай, проверь. Они да. Овечками. Овечки прекрасно себя чувствуют. Они вам всем привет передают. И им хаюшки от нас. Обязательно. Так, я очень надеюсь, что когда я приеду к магазину, там не будет этого трактора, который мне дали в аренду на контракте. Либо же его отберут действительно в какой-то определенный момент. Потому что раньше вообще контракта нет, он вроде бы стоит. Да, он стоит, и он мой. Это очень странно. Или это не мой? Нет, это мой, 100% мой. Так, что-то они тут мутят. А, прицеп для тюков, да? Это прекрасно. Они собираются зарабатывать по-крупному, я так полагаю, но им же надо еще траву выращивать, да? В общем, короче, не все так просто. Но приблуда на носу этого трактора мне определенно нравится. Да. Можно же было здесь проехать. Чего-то замышляет. Ну, успехов. Ладненько, возвращаемся к нам домой, заценим, как у нас прошло все. Как у нас идет работа рабочего. Как там мои овечки, посмотрим...
Все ли хорошо? Но судя по тому, что у меня пока что вычитают зарплату работнику, я думаю, что все идет по плану. Потому что как только перестанут вычитать, тогда уже можно переживать. Прибываем. Ух ты, а он нехило тут обработал опять какая-то ямище. Господи, что такое здесь? Кто здесь все копал? Ну ладно, в любом случае мощный трактор не помешает. Ну что, мои дорогие овечки, как ваши ничего? Давайте заценим. Вот это мне очень интересно. Чистота 100%. Как ее соблюдать, вопрос. Возможно, мне нужна газонокосилка, а возможно, их надо керхером поливать. Вот это, конечно, вопрос. Давайте зайдем к нему. Че, ребята, как дела? Все нормально? Судя по звуку, они только и знают, что хрумкают. Ну и ладненько. Сосед, привет. Я тут тебе позвонить решил. Привет. Скажи, а трава твоя на магазине? Да. А, это твоя, значит, отрава. Ну ладно, все хорошо. Я ее просто заберу попозже. Я уже домой поехал. Я к тебе сейчас приеду. Ну приезжай. Сейчас приеду. Да-да. А я к вам приехал. А я вот он я. Смотри, что я тебе привез. О, это мое барахло. Да, я такой приехал в магаз, смотрю, стоит, думаю, вот повод в гости съездить. А где вторая? Вторая там, у меня, видишь, места немного. Ну блин, привез бы сразу две. Ну, слушай, ты мне сейчас за доставку еще деньги будешь. Я могу тебе хускварный только заплатить. Придешь, а вместо твоих курочек наггеты лежат, а? Слушай, ну наггетсы можно продавать. Нет, я лучше их съем. Что-то я даже есть захотел. Я вообще домой собрался. А второй привезешь? Ну блин, уже не сегодня, наверное. Ну ладно, я за ним сам сгоняю. Ты его забери, пожалуйста. Да, я сейчас. Я грузить не могу. Ну, в любом случае, я у себя-то там на ферме закупил курей черных. У меня их 50 штук. Нехило. Да, 10 петухов, 50 курочек. И, слушай, знаешь, что я тут подумал? Жалко, в этом городе нет какого-нибудь вечернего бара, где мы могли бы попить диетическую колу. Вроде тут бар есть, но не знаю, можно ли туда нам пробраться. Да я думаю, нас не пустят, мы же не местные. Ну да, я тоже так думаю. Открой борт. Ну а как его открыть-то? Слушай, ну у меня тачку напарник... залезь. Да, напарник его так загружал. Закрепить, оценить ремни. Развернуть автомобиль. О, на твоем ведре нельзя открыть борт. Вот это номер. Не, вообще можно. Но оно как-то отсюда, по-моему, открывалось. Ну переверни мне тачку, господи. Подожди, делов. Сейчас что-нибудь придумаю. Я подковырну его сейчас. Я сейчас. Нажми на тормоз. Давай, у тебя получится. Держу. Все, сейчас подожди. Надо запустить двигатель, нажимать назад. Ну что? Сейчас, пока ничего хорошего. Я не могу попасть в дырочку. Давай, жми назад. Слушай, а я смогу его скинуть, когда он открепленен? По идее, да. Оу. Тебе за это надо будет заплатить. Все, я поехал тогда. Давай, выгружай мое барахло. Слушай, натуре что-то фигня. А, он совсем, смотри. Да-да, во-во, давай. Давай. Что-то мне... Да блин, а? Говорили, мы не найдем баги. Давай, вот, шикарно. Теперь нам известно, как выгружать. Ну, вообще, у нас большой опыт. Ты не помнишь нашу старую работу? Помню, слушай, даже машину не сломал. Так, ну, глаз алмаз. Теперь мастерство. Мне надо перевернуть его обратно. Мастерство не пропьешь. Ладно, погнал я к себе, значит, на ферму, заканчивать дела и отпускать своего работника домой. Видал, как перевернул? Так, мастер. Да. Давай, успехов. Давай. Покушечки.